Итак, друзья, всем привет. У меня участились вопросы, которые я считал просто тупо, ну, не то что неуместными, а я думал, никого такого вопроса не будет. Но многие видят, что кроме кнопок на корпусе питания, например, да, нет, вот здесь, по-моему, питание, и качельки громкости, очень часто на защищенных смартфонах существует еще одна кнопка. Вот она раз, вот она два, вот она три. И многие меня спрашивают, а почему я на эту кнопку нажимаю, и у меня ничего не происходит? Так вот, чтобы у вас что-то происходило, как у меня сейчас, что включался, например, фонарик или там какое-то действие происходило, у этой кнопки есть настройки. Для этого, чтобы ее настроить, нужно зайти в настройки и ищем. В данном смартфоне вы уже видели, называется пункт «Умная кнопка», и в ней можно выбрать, какое, ну скажем так, что будет происходить при нажатии на эту кнопку один раз, два раза или при удержании. У других смартфонов это может находиться в других пунктах меню, почему я сейчас содержу несколько смартфонов, чтобы вы видели разные варианты. На самом деле все зависит от юмора, скажем так, или находчивости производителей прошивки телефона, поэтому показываю. В этом, видите, нет умной кнопки, да? Зато есть умный помощник, слово «умный» опять. Открываем, и здесь... Вот, настройка смарт-кнопки. То есть в данном смартфоне она называется смарт-кнопка. Функционал абсолютно тот же самый. Здесь у нас... Залезаем, ищем, и опять есть умная кнопка. То есть, как вы видите, у компании Black юморок простой, но суть такая, либо в каких-то дополнительных возможностях, либо спецвозможности, либо отдельный пункт именно про кнопки, иногда еще бывает в пункте экран. Все. То есть, если у вас есть какая-то дополнительная кнопка, и вы не понимаете, как ее настроить, ее можно настроить в некоторых телефонах, удерживая эту кнопку, и он спросит, что вы хотите на нее назначить, но это редко. Чаще всего, как я вам показал, в настройках будет дополнительный пункт настройки умной кнопки, смарт-кнопки, программируемой кнопки, кто как называет. Суть в том, что настройки этой кнопки в 90% случаев есть в настройках. Всем пока, спасибо за просмотр. Видео было навеяно тем, что за сегодня, в частности, у меня уже 4 человека спросили, как ее настроить. Всем пока.